Закончилось судебное заседание по продлению меры пресечения ареста Тимуру Абдуллаеву. Все точно так же, закрытое заседание было проведено. Мы с Тимуром говорили о том, что это незаконно, что данный суд должен проходить в открытом судебном заседании. Ни прокуратура, ни следствие до сих пор не представило доказательств. Уже я не говорю о том, что они вообще должны находиться в следственном изоляторе. Но также и суда в суд не представляет доказательств о том, что здесь эти заседания должны проходить закрытыми. Вот единственный довод, который принял судья, это то, что само оглашение все-таки может проходить в открытом судебном заседании. Это ходатайство мое, одно из нескольких, было удовлетворено. Однако и здесь почему-то потом, когда судья выходил уже на оглашение, пустили только маму и жену Тимура Абдуллаева. То есть как бы оно открытое, но опять-таки ограниченное. Это очень примечательно. И здесь практика в этом Верховном суде, она неоднозначная, неоднозначная.